Matt C. Matt C, 55 kilos. Is going at the end of the highlight reel. What? Just go away. Оба молодцы, да? Там Адам свой прием. Раза три продал. Да. Раза три он там вот под свой. Да, да, да. Ну просто устал. На чем-то делал один. Да. А как он начинал? Уважаемые зрители, сейчас на всех трех орах идут схватки от 1-16 финала. Весовые категории 55 и 60 килограммов. На ковре победу одержал Семен Буксеков, Новосибирск. Буксеков. Это значит, что Буксеков ветеран, ветеранов рестлинга. 32 21 21 years, 21 years old. Young. Семен, 50 years. 31 years old. Yes. Ветеран, not young. На ковер приглашаются Казбек Парастаев, Москва, Муршит Муталимов, Дагестан. На наших соревнованиях принимают участие сильнейшие борцы России, представляющие 36 команд субъектов Российской Федерации. 36 регионов участвуют в соревнованиях. Наиболее крупные команды представляют Республика Дагестан, Северная Осетия, Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Чеченская Республика, Республика Бурятия, Кемеровская область, Московская область и, конечно, хозяева соревнований Республика Татарстан. 18 борцов. Шип. На каких красных веков Казбек Парастаев?
me. Matt me, 55 kilos. На подиуме для почетных гостей практически уже свободных мест нет, хотя еще многие наши уважаемые высокие гости еще подъезжают. Но нам хотелось бы представить тех, которые присутствуют, находятся сейчас на подиуме или рядом с ним. Это первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России, заслуженный мастер спорта, чемпион мира Атлан Вараев. Приветствую его. Главный тренер сборной команды России по вольной борьбе Замбулат Тедеев. Присутствует на наших соревнованиях. Один из руководителей жюри соревнований. Заслуженный мастер спорта Советского Союза, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Валерий Зарцев. Представляем вам заслуженного мастера спорта, олимпийского чемпиона Павла Пенегина Сахалин-Якутия. Рядом заместитель министра спорта Республики Дагестан, заслуженный тренер Советского Союза Сагит Гаджиев. Один из сильнейших борцов Советского Союза, ветеран вольной борьбы России, Асхат Шайхутдинов, Татарстан. Заслуженный мастер спорта, четырехкратный чемпион Европы, Магомед Магомедов. Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион, чемпион мира Хаджимурат Магомедов. Председатель Всероссийской коллегии судей, заслуженный тренер России, заслуженный врач России Нуксар Джурури. Депутат Государственной Думы Михаил Эверстов, Сахалин-Якутия. Вице-президент Федерации спортивной борьбы России Виктор Маняшвили. На какой победу одержал Get us back to places we've already been. We'll stop.